Здравствуйте! Сегодня я буду готовить новогодний деликатес. Для этого мне нужны такие ингредиенты. Кусочек красной малосольной рыбы. 100 грамм творога. 2 столовые ложки сметаны. 100 грамм твердого сыра. Красную икру для украшения. Зелень укропа и листочки салата. 1 лимон для украшения и зубочек чеснока. Приступим к приготовлению. Мне нужно отделить от этой косточки, освободить, то есть рыбку. Вот так. Для приготовления можно использовать любую красную рыбу. У меня семга. Можно использовать форель, а также киту, горбушу. Рыбка должна быть малосольная. Вот я ее сама засолила. Можно купить уже готовую в магазине, можно купить уже нарезанную. Вот. Готовить очень просто ее самой. Солью посолить. Затем пергаментную бумагу. И немножечко полежит она при комнатной температуре. А потом убрать в холодильник. И через 2 дня она уже готова. Так, ну вот мы освободили от косточки. Вот. Теперь я эту шкурочку тоже уберу. Аккуратненько. Так, вот так я убрала шкурочку. Вот, кусочек уже готов. Так точно я здесь убираю. Теперь буду нарезать на пластиночки. Так очень осторожно. Нож должен быть очень острым. Так. Рыбку я нарезала. Теперь приступлю к сыру. На мелкую терку натру сыр. Сыр я натерла. Теперь нарежу укроп меленько. Укропчик готов. Теперь натру чесночок. Теперь все эти ингредиенты нужно смешать. Высыпаем в мисочку творог, твердый сыр. Две ложечки сметаны столовые. Чесночок. И укроп. И аккуратненько все перемешиваем. Начинка готова. Теперь кусочки нарезанной рыбы я буду выкладывать на
доску, накрытую пергаментной бумагой. Кусочки я буду ложить внахлёст. То есть немножечко я захожу вот так, на кусочек. Так, теперь сверху я буду выкладывать начинку. И теперь, начиная с краю, я буду закручивать рулетик. Рулетик готов. И теперь на час отправлю его в морозильную камеру. Так, рулетик я достала из морозилки. Теперь буду нарезать его колечками. На листья салата я выложила нарезанные рулетики. Теперь я их украшу красной икрой. Так, у меня икра лососевая. Сейчас я буду украшать рулетики икрой. Рулетики я украсила икрой. И теперь буду нарезать лимон. Лимончик нарезаю кольцами. Рулетики «Новогодний деликатес» готовы. Приятного аппетита!